Всем привет, ребят, с вами Ярик Плей, и сегодня мы продолжаем добывать Томми Ган в Бенди и чернильной машине. И мы остановились на задании, где нужно собрать шестеренки. Ты видел их? Чего-то там? Они просто полны супер каких-то жирных чернил. Меня от них тошнит. И это замечательно, что я держу тебя со мной вместе. Если собираешься поймать их, ты должен двигаться тихо. Точнее, тише. Иди к моей двери. У меня есть то, что тебе нужно. И это шприц! И нам нужно, ребята, не умереть при выполнении заданий Алисы. Это будет трудно. Это будет очень трудно. Итак, вот сюда нам надо. О! Так, двигаемся. Слушай, что? А ну-ка. Уходи. Так, эта штука. Эту штуку мы собрали. Так, двигаться тихо. Тихо, тихо. Опа. Ах, как ужасно. Задание выполнено. Принеси мне, пожалуйста, то, что мне нужно. Быстрее. Я не хочу попасть в лапы Бенди. Я не хочу. Быстрее. Лифт. Лифт, лифт, лифт. Лифт, 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 быстрее. Так, а тут что-нибудь есть? Так. Когда-то был ангел, и он был красивым. Ее все любили. Она была прекрасной. Не так, как говорил Джоуи. Что? Немножко не понял. Но, ребята, сейчас будет самое трудное. Поворачивай маленькие колесики, ищи вентили. И собирай их. В общем, собирай какие-то штуки. Итак, вантус. И сейчас, ребята, начнет появляться Бенди. Он будет появляться часто. Итак, нам нужно сюда. У меня мурашки по коже. Потому что если мы умрем, то нам не дадут Томми Ган. Вы понимаете? Там кто-то бежит. Там кто-то... А ну иди сюда, чертик. А, у него эта штука. Давайте лучше спрячемся. Потому что... никогда не узнаешь, в общем-то говоря, где появится Бенди.
может, лучше сейчас спрятаться? А то меня это пугает. Я не знаю, ребят. Это страшноватенько. Это просто пугает. Это просто пугает. Но, ребят, давайте подождем. Потому что он может появиться внезапно и где угодно, и мы можем не успеть спрятаться. Ждать или не ждать? Вот в чем вопрос. Ждать или не ждать? Ждать или не ждать? По сути, он должен появиться сейчас. Мы в безопасности здесь. Мы в безопасности. Нет, мы будем ждать. Мне все равно, сколько он там будет трепаться. Не знаю где. Но я буду ждать. Это что были за звуки? Черт, могли бы уже одну эту штуку достать. Может все-таки вылезти? Черт, он где угодно может появиться. И когда угодно. И еще раз говорю, мы можем просто не успеть. Такое ощущение, как будто он рядом. Меня это пугает. Почему он не появляется? Вылезаем. Может, все-таки спрячемся опять? Там мы уже чуть покрутили. Теперь надо еще. Что-то за звуки? Опа! Началось. Он где-то здесь. Ни в коем случае не вылезаем. Он там идет? Да, это он. Он идет туда. Как темно, ничего себе. Куда он смотался? Он просто прошел сквозь стену. Так быстренько поворачиваем здесь. Напугал! Господи, боже ж ты мой! Ага. Достаем. Оставайся. Ура! Так. Давайте лучше спрячемся. Спрячемся здесь. Что? Не мешай! Что? Показалось? Или не показалось? Может, все-таки спрячемся?
Чёрт. Страшновато. Ладно, вылезаем. Только быстро. Быстрее поворачиваем. Поворачиваем. Ты хороший посыльный мальчик, не так ли? Так, думаю, сейчас пора прятаться. Давайте все-таки спрячемся, потому что я думаю, что надо прятаться. Я был прав. Он здесь. Он идет сюда. Он ползет сюда. Вон он. Идет. Ничего себе, у меня тут все потемнело. Капец. Он опять прошел сквозь стену. Слите, а тут что-нибудь есть? Так, тут лесенка и какая-то комната. Затопленная. Вызываем лифт. Пока Бенди опять не пришел. Давай лифт. Быстрей. Езжай сюда. А? Бенди здесь. Я слышал просто какой-то скрежет. Чувствуется, как раньше, но эти дни могут вернуться. Мечты сбываются, Сьюзи. Мечты сбываются. И сейчас самое ужасное задание. Ты видел этих демонов? Давай переместим их. Я просто хочу сделать это более таким завораживающим. Точнее, более... Не знаю, как перевести. Но сейчас, ребята... Во время выполнения этого задания Бенди будет появляться чаще обычного. Поэтому нам нужно остерегаться. Остерегаться. И не торопиться. Так, ага. А! Бежим! Господи, боже мой! Чуть не попались, ребят. Это очень жестко. Чертов Бенди. Как же ты меня пугаешь? Куда ты идешь, Бенди? Куда ты идешь?
Бенди, уходи. Убегай отсюда, убирайся. Так, фигурки Бенди, так тут их нет. Напугал! Теперь Бенди боюсь. А мне страшно. Или мне не страшно. Не знаю, как себя приободрять. Давайте лучше спрячемся. На всякий случай. Вдруг что-нибудь плохое случится. Нет, ребят, правда, давайте подождем, пока он не... Или, может, ждать не надо? Вообще, действительно, может, не ждать? Или все-таки подождем? Потому что Бенди здесь появляется часто. Во время выполнения этого задания. Не знаю, что делать. Так. Это что за звуки? Такое ощущение, как будто это не звуки атмосферы, а звуки приближения Бенди. Ладно, выходим отсюда. Выходим. Бежим сюда. Стоп. Бенди рядом? Или мне кажется? Нет, вот теперь, я думаю, ребят, стоит прятаться. Давайте подождем. Вот теперь мы точно вылезать не будем. Ощущение, что он здесь. Что он вот сейчас прям появится. Давайте ждать. Ждем, ждем, ждем. Ну что ж такое, почему его нету? Он же, по сути, как-то внезапно должен появиться. К примеру, сейчас. Или сейчас.
такое ощущение, как будто я слышу, как он приближается. Но я не могу вылазить. Где ты, Бенди? Покажись. Как будто он рядом, ребят. Наконец-то он здесь. Не вылазим. Ждем, пока он отсюда убежит. Здесь, он прямо здесь. Ждем. Он скоро уйдет. Нет ничего. Так, нам осталось 3 картонки. Ах, это было весело. Я кое-что забыла. Он ненавидит, когда я это делаю. Я бы пряталась, если бы я была тобой. А может, сейчас лучше спрятаться? Я абсолютно согласен. Надо прятаться. Чернильный демон приближается. Итак, когда же он уйдет? Давай. Так, он ушел. Он ушел. Уходим. Там кто-то появился. Бенди рядом.
залазим. Бежим быстрее. Мы в шаге от победы. Так, пока лифт едет, прячемся. Закрываем дверь. Отправляемся вниз. Ну что ж, Борис, нам осталось выполнить всего одно задание, это прибить этих маленьких чертиков, эту банду мясников. Итак, итак, готовимся к битве. Так, они идут. Они идут, у меня есть тактика. Так. Я остался один. Всего один. Да! Мы смогли. И что ж нам дадут, Томиган? Итак. Я ненавижу оставлять работу незаконченной. К счастью, у меня есть ты, чтобы собрать кусочки. Но тебе нужно идти глубже, вниз, 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 в пропасть. Скажи привет старому другу, зайди в лифт. Отправлю тебе маленький подарок, маленькую огнестрелку. Подзаботься о ней. Она принадлежит кому-то очень особенному. Ну что ж, нам дадут ее. Да! У меня в руках Томми Ган. Пиу-пиу-пиу! Значит, нам надо идти вниз. Итак, на 14 этаж. Интересно, а можно убить прожекториста с помощью Томми Гана? Давайте попробуем повеселиться. Так, а так, 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 так. Он здесь. Прожекторист. Ходит во тьме. Если не хочешь проблем, то стой. Не стой на его свету. А ну стой. Так. Он здесь. О! Мы убили прожекториста. Это запись Нормана Полка. Главное, ребята, что у нас есть Томми Ган.
Можем исследовать, что хотим, где хотим и когда хотим, без этого прожекториста. Интересно, а прожекторист очнется заново? Прожекторист должен быть мертв, не так ли? Мы же его убили. Где тут сердечки? Где-то тут должны быть. Не должны быть где-то. Идем туда. Найдем пятое чернильное сердце. А. Вот мертвый прожекторист. Где пятое сердце? Вроде везде проверил. Тут ничего нету. А ну-ка, давайте сюда. Так, может быть... Может быть, нам нужно пойти куда-то туда. Тут ничего нет. Ага. Они продолжают биться в твоих руках. Принеси их мне сейчас. Я не люблю ждать. Ну, ребят, мы кое-что сделаем. Сейчас. А в следующей серии покажем вам пару пасхалочек. Других пасхалочек в этой главе. Нужно все вокруг расстрелять. Нужно все вокруг расстрелять. И тут находится вентиль. Тут находится вентиль. Для чего он нужен, ребят? А вот для чего он нужен, вы узнаете в следующей серии, когда мы будем ходить с Томми Ганом и продолжать исследовать коридоры этого помещения. Вот тут тело прожекториста. К следующей серии у меня к вам подготовлены у меня к вам две пасхалочки. И ждите, ребят. Ждите.
Сейчас мы только разблокируем эту дверь. Где, кстати, находится топор? Да, топорик. Давайте посмотрим, что тут еще можно. Так. Все, мы расстреливаем. Так. Итак, все вокруг мы расстреляли. Ну а теперь, ребята, пора прощаться. Напоминаю, на следующий ролик у нас две пасхалочки. А также мы снова будем остерегаться чернильного Бенди. Чернильного демона. Ну что ж, ребят, дожидайтесь следующей серии. Всем удачи и всем пока.